Ну, Сергей, наверное, вы знаете, на космонавт. Как же его не знать? Сереж, у тебя до сих пор рекорд не побит? Не, побит уже. Сейчас Гена Падалка, рекордсмен. У меня 10 лет рекорд держался, потом Гена Падалка рекорд. Смотри, брат, сейчас мы на поле сказали на этом большой центрифуге, уникальный высоко. Сооружение закрытого типа, помещение плечевых доступов. В настоящее время проходит исследование медицинской. Девочка, вращение. Да. Значит, вращение спина. 4 раза еще. Значит, вот сейчас пройдите и увидите 8 же. Бедные девчонки. Ребенки достигают 8G, потом небольшая полочка, несколько секунд, и торможение. Ее состояние, медики параметры снимают, контролируют. Так она ничего не делает. Ну, она делает. Смотрим на табло, запоминаем. Да, у нее задача, она там должна запомнить цифры, воспроизвести. Сейчас вот активно формируется очень научная программа. Но получается, тех, кого отберут, где-то у них месяца 4 такая плотная подготовка, связанная с полетом, обеспечение там, собственно, жизнедеятельности, возможность связи, работы с экипажем, ну и научная программа. Там где-то порядка 80 часов будет подготовка по научной программе, в основном медицинская. Жива, здорова, молодец. Ну как, Марина задачки выполняла. Да, ощущения незабываемые, конечно. Просто на всю жизнь, наверное. Но испытание сложное. Но так как я бортпроводник авиакомпании «Белавия», наш ГТУ готов. Немножко легче. Да, немножко легче. В зону турбулентности она попадала. Да. Перегрузочки, наверное, держали. Нет, молодец, молодец, Марина. Задачи справились. Устроил я вам жизнь. Ну хоть будет что вспомнить. Конечно. Надеюсь. Молодец, молодец. Все получится. Держись. Перемещение происходит от объекта к объекту, ну, чтобы сэкономить там энергию, силу космонавта, потому что тренировка иногда там до 6 часов занимается, с помощью страхующих водолазов. Ну вот они 6 часов провели. 6 часов? Да, это вот Олег, командир, Олег Кононенко, командир экипажа, и борт-инженер Чуб Николай. Вот, собственно, что держит космонавта у станции, это вот, собственно, такие карабины, которыми сам прицепляешься. Два таких карабина для страховки и правило, что две точки зацепления. То есть ты один карабин отцепился, держишься рукой, прицепил, можешь вот так, шаг за шагом, каждый раз как альпинист. Ну что, рука чувствуется или еще? Ну, еще я отвечу. Часа. А здесь по
вообще станция сама размахом. Тут два сегмента, да? Здесь вот это российский сегмент, это весь международный, здесь вот есть японский, европейский, это вот вся американская часть, американский корабль, ну и вот эта вот система ферм. Это тоже, да, извините. Японцы и европейцы пристыковались к части американского. Это вообще часть американского сегмента, да. То есть у нас все начиналось вообще с двухсторонних отношений, да, и вот все партнеры, они представляли, иные партнеры представляли, американцы их представляли. Я прошу, сын человек. Да. Давайте отвлечем командира. Олег Викторович. Здравия желаю. Привет, Олег. Привет, дорогой. Ты же за девчонками смотришь? Я присматриваю, с ней побеседовали, пообщались. Угу. Вот. Хорошие девчонки. Хорошие? Да. Ну все. И здоровые, грамотные. Так что ну, с одной мы познакомились. Выбрать. 8 единиц выдержала. Хоть бы, ну. Она бы больше выдержала, наверное. Да, наверное. Центрифуга может не выдержать. Да. Это жилой, жилой отсек, да? Который, в том числе, да, который в том числе является главным постом. Ну, Олег, ты... Да, основной да. Пункт управления. Пристыковывается корабль там, да? У нас много стыковых узлов, да. Один из них вот здесь находится. Вот это вот каюты наши. Для экипажа отдыхает. Вот, вот. Ну, сейчас там для тренировок установлен лэптоп, а так экипаж спит один здесь, один здесь. Как, ты что, стоя спишь там? А там нет понятия, там без разницы. Вниз головой, да. В мешок застегнулся, да? Чтобы не носило по станции. А какая температура? Ну, может быть, комфортно, да, можно всегда поменять настройки или самому с помощью лэптопа, или попросить землю, когда если ты занят, скажешь, да, мне прохладно, потерять, жарко. Они изменят настройки. Ну, энергия большая, все равно объем большой, и она постепенно меняется. Здесь типовые полетные сутки, космонавт по предписанному там расписанию. Вот у нас, задачи, да, радиограмма, допустим, перечень работы на день, все работы привязаны ко времени. И это на каждый день, да? Да, она накануне приходит, да. Ну, здесь она для тренировки сделана, допустим, с 11. А ну, так она с 6 утра, подъем, дальше это какой-то эксперимент, допустим, забор крови, завтрак, и пошло. Красный – это только строго привязанный ко времени работы, который связан именно с землей, с включением систем каких-то. Угу. Поменять местами работы тоже нельзя. То есть сегодня должно строго идти по распорядку. Заорганизовано все. Да. У американцев тоже так, да? У них еще более. Это одинаковые требования приблизительно одни и те же. Ну, там есть эксперименты, привязанные к тому, что станция должна быть в конкретном месте на орбите. Летишь 8 км в секунду, поэтому некоторые вещи с точностью до секунды должны начаться. Висит это на какой высоте относится? 400. 400 метров. Постоянно 410. Поднимаем. Ближе, чем от Москвы до Минска. Ну, она, вот я слышал часто, что подъем орбиты и прочее, то есть она к Земле... Ее сопротивление, да? Притормаживает чуть-чуть, и орбита, она как бы скручивается по спирали, чуть-чуть скручивается вниз. Угу. И дают разгонный импульс, она снова поднимается. В первую очередь расходуют свои двигатели, свои баки. В баке расположены вот в этой зоне, там за приборно-агрегатный отсек. Там стоит. Там баки с водой, баки с топливом и двигатели в ту сторону стоят. Ну, топливо и воду вы можете подвозить. Да, на грузовиках подвозится. Вот еда, кстати, вот таких вещей подвозится. Ну, вот это вот реально у нас так и хранилось. Еда здесь, в этом месте. Родная. Лично его машина находится. То есть здесь сидел, да, экипаж основной и дублирующий. То есть три человека основной экипаж, три человека дублирующий. А там медики, инструктора, те, кто за скафандр отвечают.
Это реальный транспортный корабль «Союз», пилотируемый. Нас туда засунут. Да, здесь только сохранено два отсека. Значит, на самом деле бытовой отсек штатно, спускаемый аппарат, а внизу приборно-агрегатный отсек, который нам для тренировок не нужен. Спускается вот эта вот часть, вот этот колокол, он спускается. Вот внизу три кресла, управление. Вот в нем космонавт проводит, там, предположим, если 6 часов, да, не 6, плюс еще предстартовые 3 часа, фактически 10 часов. Вот это предстартовая подготовка, космонавт тренируется вот в этом режиме. Полная агрегация. Раньше половина зала была занята аналоговыми компьютерами, системой визуализации, а сейчас вот все на таких компьютерах поделено. Хотите попробовать стыковать? Поуправлять. Ты что, и кольца один? Ну, он поехал. Угу. Вот он сейчас движется, не надо ничего управляться, мы просто подводим, нам надо подвести его именно вот под эту часть. Крестовину. Крестовину, да. И у нас зафиксируется, это именно наша та точка, к которой мы будем приходить стыковаться. А это наш стыковочный узел. Но оно реально и при стыковке точно так, да? Да. Вот это вот имитация стыковки. Так, вот теперь нам надо зафиксировать вот здесь, в центре. Это то, что, конечно, любой командир, бортинженер должны, как отче наш, вот, не знаю, то есть вот этот режим, спусковой режим, вот ручка. Я уже сказал вам, что я вам создал веселую жизнь. Андрей Ильич, в этом зале представлены 6 девушек, претендентов на космический полет от Республики Беларусь. Было 100, было 60, осталось 6. Андрей Ильич, всего было проведено собеседование с более чем 3000 кандидатов. Вышли на 6 наиболее достойных. В настоящее время они в центре подготовки космонавтов проходят очный медицинский осмотр. В настоящее время проведено более половины запланированных исследований. Моральный дух у них высокий, физическое состояние хорошее. Каждая из них при необходимости готова выполнить высокую миссию по полету в космос. Диалог уже готов. Вот раскрою секрет, Юрий Викторович. Мы с ним договорились так, чтобы, ну тут же отбирается основной и дублер. Он говорит так, ну, если по здоровью пройдут, то они не потеряются, мы будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос. Так что вы не переживайте. Тот, кто не полетит первый раз, полетит в следующем. Всем работы хватит. А Олегу летом, я ему сказал, вот девчонки приедут, знаете Олега Новицкого? Смотрите, он сзади там сидит у вас. Я ему сказал, Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Девчата, какие есть вопросы и просьбы? Говорите прямо и честно. В первую очередь я хотела бы от всего нашего коллектива, наших кандидатов, поблагодарить вас за предоставленную возможность находиться здесь и за оказываемую поддержку. Это очень чувствуется. Безумно счастлива, что у нас есть такой шанс быть в числе кандидатов для полетов в космос. И я с уверенностью могу сказать, что мы готовы с честью и достоинством представить нашу страну, Республику Беларусь, на Международной космической станции. Также хочу отметить прекрасное отношение сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Госкорпорации Роскосмос, за такое дружелюбие, также врачей, которые к нам требовательны, но одновременно дружелюбны, внимательны, заботливы. Вот. И в такой атмосфере уже волнение отходит на второй план. Наша жизнь круто поменялась с момента отбора. Спасибо огромное за доверие. Девчата, спасибо вам большое. Я думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Что нам тут рассуждать и разговаривать о чем-то? Я только хочу, чтобы у вас все сложилось. Но самое главное... Меня это беспокоит. Ну вот шестеро. Думаю, ну двоих отберут. И то дублер один, одна полетит. Они же эмоциональные, будут расстраивать. Не расстраивайтесь. Вы не пожалеете, что попали вот в этот коллектив. Не пожалеете.
Будут проблемы, скажется. Спасибо. 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 Ну, спасибо. Ну, что, девчата, терпите.